Так а что ты его колбасит? Ой-ой-ой, что с ним? Я не знаю. Да что с нами? Сос, Хьюстон, мы падаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Заварна Кофе, Абгай, Уфлик и Секретон. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем чебуреки. Ребятушки, давно у нас не было скрап-механика и рубрики «Обзор на крутые постройки». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзаривать, обзоры делать. Сегодня у нас будут постройки ставить все, и подписчики, и я. Первый у нас Васаби, покажи, какую постройку ты подготовил. О, я помню этот... А, кстати, это не тот, который мы давно смотрели. Очень крутой. Скорпион. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, я сяду. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты управляешь? Мы-то скачали постройки, но управлять еще не научились ими. Все, это мы прилетели? Я бы тебе не взял летчиком, сразу говорю. Свать за полет 5000 гривен. Не, давай его переставишь и все-таки попробуешь взлететь на нем. Хотя бы сам. Или давай я попробую взлететь. Так, включаем. Я тебе не верю. Ага. Сейчас мы посмотрим, это у нас назад. Подожди, стой, я понял, что он криво летит. Я не могу его тоже управлять, я не могу, он управляет. Он, короче, для красоты, что ли, сделан? Все, я понял. Отойдите все, отойдите. Все, давай, следующая у нас постройка от Заварной Кофе. Надеюсь, она будет управляться. Если честно, ребята, ему очень сложно управлять. Я не знаю, я нажимал все кнопки, он всегда как-то наперед задирается. Можно же как-то там по-другому. У нас стреляли, поэтому он отталкивался. Так, отдадите подставки, да, чтобы не мешало. Так. О, это тоже какой-то звездолет крутецкий. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Если вы хотите с нами пообщаться и провести хорошее время, и может даже попасть в ролик, заходите в наш Дискорд. Так, подожди, а где тут садиться в него? Ссылочка совершенно верно. А что это? Это просто статуя или что это? А вы поубирайте подставки! Ребята, у нас как всегда веселье и угар. Подставки поубирайте. Вот это же... Вот это красота! Что-то там он немножко плохо... Ну, короче, ребята, не забывайте удалять постройки, потому что лагать будет в конце ролика очень сильно. Эй, вы куда? Давайте возвращайтесь, пацаны! Это же... Это он сам полетел? Да. А там никого нету в нем? Да. Надо его удалить. Надо его как... А что, он все улетел? О, тихо, вон он завис. Он завис. Сейчас мы его удалим, подождите. Ой, стой! Эй, ну куда? Все, не стреляйте, не стреляйте. Тихо. Сейчас я его удалю. Надеюсь, я успею. Так. Стреляем. Все по графику. Так, ну что, давайте прям тут и ставить постройку. Следующий у нас Абгай. Давай, показывай, что ты приготовил. Ну, можно о, и... сегодня у нас, короче, ребята, летающие постройки. Вот это гигантус. Он очень хорошо управляет. А это мы сейчас с вами и узнаем. Давай я за руль сяду. Ну, Тим, я не знаю. Он тухнул. Не, давай, слазь. Ну, стой, тогда дай мне сесть. О-о-о, кабан. Так, это у нас переворот. Садитесь все. А дверь кто будет закрывать? Закройте. Калитку закройте. Да нет. Во-во-во. Летим! Красота, ой. Можно я сяду за что? А, кстати, он ведь из дерева, можно посмотреть, он развалится. А он деревянный, да? Давайте его развалим внутри. А кто бочку сломал? Ой, поставил взрывную под низом. Короче, надо этот было, знаете, что делать? Взлетно-посадочную полосу. Могу сейчас сделать ее. Не-не-не, все нормально, все четко. Хорошая постройка, мне она очень нравится. Даже не хочется ее разрушать. Стой. Взрыв. Не угадал тайминг. Минус один. Ну я специально, видите, проверил. Ого, да, давайте ее разрушим уже. Я очень люблю постройки разрушать, мне нравится. Во, все, красиво. Салют. Так, ну что, следующий у нас... Фуфлик, давай ты, что у нас там приготовил? А я не умею готовить, я бомж. Уфлик, твоя постройка. У меня нет ничего. А, ты ничего не готовишь? Двойка тебе. Хорошо, следующий я. Видите, у нас домашнее задание не выполнено, как в школе. Так, смотрите, какая у нас есть постройка. О, поставьте какую-то простенькую постройку, покажу, что это моя машина может. Это машина разрушитель. Я завтра вам ДЗ принесу. Два за год.
Так, смотрите, что это? Это просто гусеничная, гусеничная классная машина. Не, давай что-то поменьше, это сильно большая. Давай поменьше что-то ставь. А вот сзади, допустим, смотрите, что у нас тут есть. Она просто разрушает все. Очень крутая постройка. Сейчас посмотрим, как она ездит. Да, подождите, только не разрушайте мою пока постройку. Я покажу. Спасибо. Пожалуйста. Ой, блин, это, конечно, веселье. Блин, не разрушайте. Разрушайте мою постройку, пожалуйста. Так, давайте зачистку уже сделаем. Все, вроде бы зачистили. Ну хорошо, давайте. У нас так как надо все много посредств. Следующий у нас секретон. Давай, что ты приготовил? Это постройка, которая стреляет в людей, да? Когда ты двигаешься или просто стоишь? Да. А ну давайте все стоять. Стойте, стойте. Офигеть, это что там? Она какой-то механизм, да, у нее есть такой? Так, тебе тройка. Одна за постройка, три тебе. Ну вот, у меня есть такой вертолет. О, пойдет, пойдет. Давай я в него сяду. Взлетаем. Ничего, ничего, я привыкну. А когда оно все вверх нажать? Вот там что-то можно выключить. Вы хотите? Проверим. А, у него есть инвентарь. А он не взлетает. А, не, взлетает, ребята. Дима, куда ты улетел? Стреляй. Эй, эй, тихо, тихо. Кстати, он хорошо управляется, реально. Тихо, выключаем движок. Выключаем движок. Он разлетелся, интересно? Не, не разлетелся. Кстати, вот эта постройка довольно-таки, ладно, 5 тебе, садись. Спасибо. Отлично. Так, следующий у нас васаби. Васаби, что ты приготовил? Так, попробуем. Давай. Ой-ой-ой, гигантус балабантус. Подожди, а как в него садиться? Стойте, стойте. Вижу, вижу. Ставим, потом вот так поднимаемся. А ну-ка, давай, покажи. Опа. Воу, вот это, кстати, крутой робот. Мне он очень нравится. Ничего бомбический. А ну, давай сейчас на равновесие. А что он может вообще? Он летать, типа, да, может? Он умеет быстро передвигаться, ну, и больше ничего не умеет. Не умеет ничего больше. А еще умеет красиво взрываться. Давай, давай, ну вот смотри, например. В смысле? Сейчас прочитается, подожди. Нет. Очень красивый, красивый был робот. Бронированный еще. Еще раз тут зачистим. Зачисточка. Так, следующая у нас постройка от заварной кофе. Давай. Блин, это новые постройки. О, это уже такой мини-геликоптер. А ну-ка, давай. Вперед. А что, какой-то у него центр тяжести этот не отрегулировано. Ну, я думаю, все равно как-то прикольно. Ну да, прикольно. Воу! Тихо! Тихо, тихо. А что со мной? Я как резиновый там сижу. Так, попробуй сейчас идеально сесть. Не сел. Ой. Ой! Сейчас, подожди. Стреляй по Диме, сбей его! Давайте, сбивайте, сбивайте. А вот вперед, я могу вперед. Так он не вперед не летит как-то. Очень странно управляется он. Такой медленный. Это, знаете, прогулочный вертолет. Погоди, я что-то стану, я сейчас двигатель выключу. У меня есть получше вертолет. Все, заглушил. Сейчас будешь показывать, когда дойдет до тебя очередь. Так, зачистка происходит успешно. Отойдите все. Так, следующий у нас Абгай Мини. О, я сейчас как раз и покажу этот вертолет. Он очень управляет. Давай, давай. По-моему, управляет. Я вообще люблю новые постройки, это очень круто. Потому что в скрап-механике нереальное количество построек в день выходит. Вот, вот все. О, педлушечки прикольные. Стой, дай мне... дайте мне... Все, гамин, пошел вон. Все, твое место знаешь где? Параш. Стоять, ну что ты делаешь? Ну это нечестно, дай я полетаю. Я тоже хочу. Я же обзор построек делаю, успеешь еще? Красота. Так, это вниз. Это вниз, да? Офигенно, вот этот вертолет мне реально нравится. Он классный, серьезно говорю. Так, это у нас вниз приземляться. Тихо-тихо-тихо, надо не удариться. Красиво приземляется. Нет, мы сейчас разобьемся. Тихо-тихо-тихо. Астапе, вертолет! Вот аккуратно приземлюсь. Тихо-тихо-тихо-тихо, вертолет, тихонько. Колбасеевы.
Ну, кстати, мне он нравится, если честно, он очень прикольный. Он управляемый очень хорошо. Ну, как для вертолета, да. Не полукусок говна, не полностью. Смотри, я даже могу сесть на нем. Ну как сесть? Приземлись. Да подожди, подожди. Так, следующий у нас фуфлик. Фуфлик ничего, да, не готовил у нас сегодня? Да. Еще одна двойка. Здесь будет много двоек за сегодня. По технологии. Ставлю я свою построечку, что я приготовил. Только, пацаны, ну не взрывайте сразу, хорошо? Говорю, сейчас, у тебя есть 3 секунды. Смотрите. Ой. Вот так... это как там, из Берестопора. Там турель есть, я сяду на турель. Да, смотрите, какая классная тачечка. Как и мне сесть? Ого, так это шестистволка какая-то. Нет, уезжаю, не дайте тебе. Да вы психи какие-то, у нас сегодня ребята в канале творится. Где у меня их подбить? Не, не надо, не надо. А интересно, есть вообще стреляй, такая штука, как РПГ в скрап-механик, есть или нет? Подними, стреляй, я удираю. А есть мод на множество оружия, там как раз и есть РПГ. А, раз вы уезжаете, хорошо. Прощайте. Нет, там, нет. Пол жопы вам разорвало. Ветром смело. Так, хорошо, следующий у нас скелетон. Еще вот такой самолет. О, дыртолет. Ой. Вот. О, американский. А ну дай я сяду на него. Управление на нем проще, чем на других. Я хочу, да, наконец-то, может, полечу куда-то. Все. Васаби, ты дурак? А ну дай я сяду, дай я сяду, полечу. Я понял, как с ним стрелять. Вторая кнопка стрелять. Ага. Так, это движок заводить. О, Дима, полетели! Воу, ребята, это классный выс... Ой, извини. Так, это у нас наклоны делать. Офигенный самолет, честно скажу, мне он очень нравится. Еще можно наваливать. Сейчас, пацаны, мы вернемся, ждите нас там. Пацаны, начинаем обстрел по Диме. Где он? Верну. Че он садится? А не, фу. Эй. Фу-фу-фу. Ну как-то боком летел. А блин. Он еще полностью разрушаемый. А вот, разворачиваться. Вот, я понял, как разворачиваться. Все, мы возвращаемся, пацаны, к вам. Я вас буду обстреливать. Тихо, тихо, самолет, тихонько. Сейчас мы будем садиться к вам. Четко летим. Самолет психует. Давайте! Получается, когда я к земле подлетаю, он сам шасси, да, выпускает? Да. Офигенно сделано. Сейчас глушим движок. Не, давайте все-таки залетим туда, к пацанам. Подлетим. Я так боком лечу, прикольно. Да ну боком, это же как звездолет какой-то. Очень классный самолет. Один из самых управляемых самолетов в этой серии. Так, ну что, давай у нас следующий, кто у нас? Васаби. Да, ну я подготовил звездолет. Вот это гигантус. Короче, такие, знаете, ребята, здоровенные постройки надо нам делать на плоской карте. Так что в следующий раз мы на плоской карте будем записывать. Давайте его изучим, только не ломайте, реально, давайте посмотрим. Офигенный, честно скажу, офигенный звездолет. Куча, он просто гигантский. Я бы хотел себя в реальной жизни такой. Сейчас я зайду к вам. Офигеть, все так классно пойду. Здесь сделано. А где тут руль? Вот с руль. Я сел. А, нет, если Дима сел, значит мы упадем. Не, я хорошо управляю. Да? Так, это свет. Ой, я последний включил. Я включил. А, это ты. Кнопку, так, шасси у брата. А я! Полетели. А чё ты, не успел тут... фуфлик? Нет. Да. Он без... Мы вернемся к тебе. Мы сейчас чисто взлетим и назад вернемся. Он безбилетник, его не надо. Офинтеть. А чё, подожди, а как... А вот как он летает. В нем даже стоять можно. Вот это прикол. Прям ходить. Ну а я так, это у нас шасси. Только застрял. Помогите. Вот прикол будет это выживание построить. Взлетаем еще выше. Повыше взлетим. Вот эта карта гигантская. Классно, что добавили воду. О, знаете, надо будет делать ролик, где мы будем морские эти постройки смотреть. А у меня есть корабль. У меня есть подлодка. Ну, тут не работают подлодки. Неважно. А-а-а! Кто жопу взорвал? Падаем, пацаны. Нас подбили, Хьюстон. На меня. У нас турель есть наверху. Нифига себе. Вот это он гигантский. Покороче, когда мы приземляемся, я еще похожу на нем. Ой-ой-ой. О, давайте я взорву, пока мы в воздухе.
будет так шалаво. У меня бомба помощнее будет. И просчитываться она будет до... Короче, сейчас пол корабля просто не будет. Или даже всего. Ждем. Прикольно. Можно. Ура! Просто разлетелся весь. А вообще там... ничего не осталось? Нет, вещи еще. О, падает. Не надо жопа с этого хвоста. Ого, как много. Чуть меня не пришило. Давайте мы зачистим. О, прикольно. Это, кстати, нормальный апачей. Эй, давай... О, ой, ой. Ой, я за рулем. Отлично. Он сбрасывает. А чё не летает? Ой-ой-ой! Вы его взорвали! Да это ракеты... Ракеты выпустились. Чё, пацаны, не летит? У вас нет вертушки, если что. Давай заново его... Давай еще раз его поставь. Значит, получается, первое сиденье это летчик, который ракеты запускает, а второе это пилот. Во, да, вот управление. Запускаем движки. Офигеть. Чуваков сносит, видели, как красиво? Я лопасти. Вот это крутой вертоблет. Только что-то его колбасит. Ой-ой-ой, что с ним? Я не знаю. Да что с нами? Сос, Хьюстон, мы падаем. Воду, воду. Вот это колбасит. Если понравилась эта серия и эти крутые постройки, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.